Electronic Arts. Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и сегодня мы начнем с вами прохождение замечательной гоночной игры Need for Speed High Stakes, Need for Speed 4. Вот, ну как вы знаете, у меня на канале уже был, в общем-то, даже стрим по ней, но сегодня мы начнем ее проходить с самого начала в режиме... естественно, на одного, в режиме турнир. Вот. И вообще, по идее, изначально я планировал начать прохождение по Need for Speed Porsche Unleashed, но по техническим, можно так сказать, причинам я не нашел образа нормального. У меня все что-то плохо отображается, настроек не смог подобрать. В общем, прошу помощи, если кто-то знает хороший образ игры Porsche Unleashed, Need for Speed Porsche Unleashed, пожалуйста, киньте ссылку в группе моей «Ни слова об играх». Вот, буду очень благодарен, если найдете таковой, то как бы, ну, поможете очень. Так, вот, создали первое сохранение. Выходим. Вообще, Need for Speed, это вот эта часть, High Stakes, она является для меня, ну, одной из самых любимых. Вообще, как бы она была не первой. По-моему, она первая была, в которую я вообще поиграл на первой Соньке. Из Need for Speed, естественно. И поэтому вот именно с нее у меня началась такая... ну, такие отношения, скажем, такая любовь к серии Need for Speed. И у многих эта любовь пришлась на... на Hot Pursuit, на предыдущую, на третью часть. Но вот, к сожалению, ну или к счастью, кому как, я, в принципе, на этот счет не комплексую ни капельки. А у меня вот это получилось с Need for Speed High Stakes. Поэтому, собственно говоря, у меня любимые, как бы, такие особо теплые чувства к именно этой части Need for Speed. Так, ну а сейчас давайте мы купим авто для начала. Вот у нас первый чемпионат, тут тоже достаточно слабые еще машины,
у нас представлено две тачки. Это Mercedes SLK 230 компрессор и BMW Z3 Roadster. Ну, я куплю именно его, потому как, ну, я всегда на нем начинал, да и мне он больше нравится с виду, такой прикольный, компактненький у него вид, и достаточно, несмотря на то, что он маленький, достаточно агрессивный такой. Так, ну что, покупаем, у нас 20 тысяч, а он именно 20-арик стоит. Вот ярко-синего цвета. Поехали. Прокатимся. Так, ну улучшения, естественно, тут доступны, но пока у нас денег нет. Проедемся, а там, глядишь, и может быть наскребем денег. Вообще достаточно такая, ну, прорывная, что ли, часть. Ну, хотя, опять же, это у меня такие впечатления, потому что я в третью не особо много играл. Так-то, на самом деле, третья и четвертая, они не так уж сильно-то и отличаются. Но по сравнению со второй, конечно, частью, очень большая разница и графически. И именно геймплейно гораздо стала разнообразнее игра. Вот. Появились пресловутые гонки с копами. Я это говорю, буду говорить как бы применительно к High Stakes, но, естественно, делайте скидку на то, что все это появилось еще в Hot Pursuit. Вот. Но это примерно такая же история у меня с High Stakes, как вот, например, с Resident, да, серии Resident Evil. Всех на слуху и всеми любимая и обожаемая как бы четвертая часть, потому что она задала вот новый тренд, такой свежую планку, подняла на новый уровень, как бы перезапустила серию. Но я в четвертую часть не играл. Чё ты там пипикаешь? Вот, а поиграл я сначала в пятую. Пятая, она практически действительно мало чем отличается от четвертой в геймплейном смысле, но там появился кооператив, ну и, естественно, графон. Вот, и поэтому пятая часть мне очень сильно нравится, именно за счет того, что там кооператив появился. Вот, и сам геймплей такой очень классный, навороченный. Поэтому, ну как бы, а так как они очень похожи, то получается вот прививку я получил именно в пятой части, а вот в четвертой виде кооператива нету, поэтому мне как бы пятая больше понравилась. Вот так и в принципе с Need for Speed. То есть Hot Pursuit в принципе про то же, но в High Stakes это немножечко лучше, немножечко как-то прогрессивнее. Ну и я поиграл в нее раньше, поэтому вот притяжение у меня больше именно к High Stakes. Поэтому мы сегодня и играем именно в нее, а не там под Pursuit. Ну и вообще я говорю, то есть да, изначально я планировал конечно Porsche Unleashed, тем более что меня просили. Вот, но не получилось. You're in first place. It's the final lap. Еще раз прошу как бы у вас, дорогие подписчики, зрители, если кто-то знает хороший образ For Speed of Porsche Unleashed, главное рабочий, чтобы он, в принципе, даже можно и на английском языке, это не важно, главное, чтобы он был рабочий. Вот, кидайте ссылку на игру в группу ВКонтакте, заодно и подписывайтесь. Вот. Потому что я юзаю сайт Old Consoles, и там вот, к сожалению,
сожалению, вот этот ром или этот образ отличного портрета. Ну, какой-то он там забагованный, не знаю. Вот она загружается, все, но там не отображаются эти фигуры машин. Вообще никакую. А если в настройках я сделал так, чтобы не отображались, то она тормозит. Понятно, что это не из-за того, что железо слабое, а просто потому что, видимо, кривой образ. Вот. Так что... Помогите скутеру. Но игруха действительно, блин, четкая, обалденная. Это аркадные, конечно, гонки, но это еще не до такой степени аркадный здесь стал Need for Speed, как, каким он стал впоследствии. Здесь хотя бы, если вы видите, нужно, в общем, пользоваться педалью тормоза, чтобы входить в некие повороты. Вот. Ну и здесь еще не было этой концепции бесконечных этих открытых городов. Абсолютно мне не нравится, куда они потом пошли, что вот эту концепцию пошли на поводу популярности франчайза Форсаж и вот стали лепить в открытом городе, там прям серия игр была. Первая самая часть Underground мне очень сильно понравилась, но там, как вы помните, никакого открытого города не было, просто были отдельные гонки, но в антураже как бы города, да, ночного, очень классно. Но дальше они еще дальше пошли, и мне это все дело разонравилось. Так, ну вот, наша машина, пейскар, можно сказать, аварийка, приехала первой. Всегда прикольно побеждать. Так, ну тут тоже реплеи есть, конечно, но они не такие, конечно, классные, как Гран Туризмо. Никогда они мне здесь особо не нравились, и я их, в общем, здесь особо никогда не смотрел, только уж если действительно, ну, какое-то там событие на трассе произошло. И сейчас тоже мы не будем, естественно, смотреть его. Congratulations! You've got a top time for this drive. Так, вот здесь стоит написать, увековечить себя. Так, там большая буква, да. Ставится большая, хорошо. Ой, это Б. Так, где Р? А, вот она. Так, вот мы. О, ну пока в самом низу таблички, ну ничего страшного, доберемся и до топа, до самого верхнего. Ой, корвет на втором месте. Блин, обожаю здесь корвет. Вот корвет, который, как он здесь нарисован, вообще. Вот здесь показатели, блин, просто обожаю. Корвет, наверное, здесь у меня самая любимая тачка. И, кстати, здесь такая фишка, что чем быстрее машины становятся, тем сложнее, естественно, ими управлять, но как-то чересчур прям сложно. То есть этот Speed действительно еще такой аркадой, но их уже и крутить там начинает, и вертеть, и в заносы уходить они. В общем, достаточно сильно меняется концепция управления, когда едешь на таких машинах, первых, скажем так, они достаточно слабые, и переходишь потом к таким монстрам. Вот начинаю уже где-то как раз с Diablo, там Porsche 911, которые, кстати, в киношке начальные были представлены. Кстати, киноха первая вообще, начальная, вообще обалденная. Кстати, вы не заметили, мы с полного стартовали. Здесь, видите, стартовая решетка зависит от того, как прошлые гонки, тоже интересно. Вот, и киношка, конечно, классная, блин, помню, в детстве она настолько доставляла, вообще, с тами, с копами, да, вертолеты, да, Порш, который там, ай-яй-яй, пытается
на испуг там опов взять. И в итоге сюда не перед самым ним носом разворачивается. Блин, шикарно, конечно. Не знаю, столько впечатлений вот именно с детства, с еще с компьютерного клуба, с нашей Дюмой родной, которой мы зависали часами, днями там просто. Вот. Конечно, впервые там я поиграл. Даже не поиграл, а увидел сначала просто. Need for Speed. И как-то там тоже вот почему-то даже вот в игровом клубе там не третья часть, не Hot Pursuit была, а вот именно High Stakes наиболее популярный. Как-то это, видимо, даже в нашем городе, вот, город как небольшой, по сути, в то время там один игровой клуб был. Вот, и... Ну, в общем, популярная самая была именно четвертая часть. Блин, трассы такие классные, вот эти вот лучи заходящего солнца. Это просто... так било по неокрепшим пацанячьим мозгам, что мы просто готовы были душу продать за то, чтобы погонять здесь. А, кстати, тут есть небольшой интерактивчик в городе, там ящики те разбиваются, ну, заметили, там были ящики такие. Это тоже, там знаки вот, допустим, здесь шипать можно, тоже круто. Так круто. На бэшечке, конечно, вот пока мы едем, чисто тут на расслабончик. Вот как раз пока есть время красотами полюбоваться. По сторонам посмотреть, вот видите, какой шарик. А вот, и, ну, в общем, повосторгаться. Потому что потом на более крутых тачках уже напрягают гораздо больше, и времени уже особо любоваться не будет. Эти звуки еще потусторонние. Ну, слышали, сейчас там собака лаяла, да? Блин, вообще четко. Помнит, нажали какие-то. Где-то тут, по-моему, на каком-то участке колокола бьют. Такой, видимо, старинный район какого-то европейского местечка. Ну, судя по всему, потому здесь еще прикольно сделано, что километры в час, точнее, скорость указана в тех метрических, точнее, в тех единицах, либо метрических, либо английских, в зависимости от того, где проложена трасса. То есть раз здесь километр в час, значит, соответственно, где-то в Европе, за исключением Англии, конечно. Если в Англии трасса, то там, соответственно, мили в час. Так, вот мы вторую гонку закончили. Кстати, вот я в детстве всегда только так и ездил. С включенными фарами и включенной аварийкой. Это прям... Это был... Я. Так, вот еще прикольно, что пишешь свое имя, да, и оно отображается у тебя на заднем бампере. Блин, это ж так... Игра запоминает тебя. Блин, музон, конечно, здесь клевый тоже. Очень мне нравится саундтрек, кстати. Практически полностью написан Рамолой Ди Приско. По-моему, то ли испанец, то ли итальянец. Так, здесь мы тоже попали в топ, но лишь на восьмое пока место. Ничего, это, блин, самая слабенькая, считай, машина. А мы уже в топе. Перевод, кстати, хороший. О, бонус за безопасность. Видите, еще рубасик сверху дали. Так, Кузьма. Кликухи тут такие. Гриша, Алекс, Мымра. Мымра гоняет. О, тоже прикольная трасса. С паровозом. Киндия Парк. Тут еще, видите, куча фишек там есть. Прямо направление. Ну, сейчас, естественно, на первой трассе только прямо едем. Но будет потом и в обратку. Но
не только в обратку, а еще есть и отзеркаленные отображения. То есть она может быть прямо, но, допустим, отзеркаленная. И все повороты, ну, получается, будут вроде теми же самыми, но в другую сторону. То есть там тоже такие фишки. В принципе, достаточно аркадные, конечно, фишки. Но сложности свои добавляю. И главное, смотрите, такой пижон сидит в костюме, блин, за рулем. Вот она, как бы, ну, если сравнивать, да, параллели проводить, сравнивать в то время, что, естественно и бесспорно, это Gran Turismo, там, лидером была в автосимах первая часть. И вот если с ней сравнивать, то вот видите, салон прозрачный, и видно, ну, как бы, водителя, человека, как он там рамкой рулит. Пижонистый такой, почему-то в пиджаке, странно, мажор какой-то. Вот сейчас видите, даже поезд еле-еле догоняет, тоже прикольно, конечно. Чем она отличалась, как бы, вот именно в положительную сторону от Gran Turismo? Тем, что более такая, скажем, живая, что ли, с картинкой, да. Gran Turismo там все, весь упор, как бы, весь на тачке, вот, на прорисовку, и, да, на физику, все, то есть мощности именно на вот это ушли, конечно, этим она брала свое. А здесь именно на окружение, вот, что звуков как-то больше, то есть такая картинка более на окружающей среде, она такая насыщенная, что да, машинки здесь, конечно, чего греха-то и похуже выглядят. Но опять же, за счет того, что, видите, прорисовано, интерьер прорисован. Ну и вот за счет того, что, конечно, есть некий такой элемент интерактивчика. Все движущиеся объекты. Классно, этим она, конечно, убрала. Потом в какой-то момент именно с Need for Speed это исчезло. Вот мне Need for Speed очень нравился до Hot Pursuit 2. Вот там это еще было. Вот эти вот огромные пространства, ну как кажется, да. Конечно, здесь тоже кольцевые трассы по большей части. В Hot Pursuit 2 там появятся хоть и трассы от точки А до точки Б, но все равно они короткие, конечно. Но какая-то есть свобода, да. Это не автодромы кольцевые, да, вот какие-то зажатые между стен каких-то бетонных там бойников. А здесь вот как будто ты едешь просто, ну, в другой город, скажем так, да. Вот это вот, ну, иллюзия, конечно, но все-таки свободы, некая такая иллюзия, она прям, ну, это вот атмосфера именно Need for Speed того времени. Потом безвозвратно это потерялась вот именно в фоспитах, которые бесконечно стали выпускать в открытом мире, в этом городе. Пять вот какие-то получилось зажатые пять эти улицы бетонные. Может, первая часть, я говорю, она еще была достаточно свежей, конечно, и она очень хорошо зашла, но потом они переборщили, на мой взгляд, с этим. И вот они попытались вернуть, как бы, стоком Need for Speed в 2010-м, по-моему, году вышел Need for Speed Hot Pursuit. Он без цифры был в заголовке, просто Need for Speed Hot Pursuit 2010. Вот он был, конечно, классный. Хотя я в него не играл, я только так, ну, трейлеры посмотрел, там, пару роликов на Ютубе. Ой-ой-ой, он уже не готовился за неаварийную жизнь. Вот, и он, конечно, был классный. Очень похож как раз на мои любимые части. High Stakes был очень похож на Hot Pursuit 2. И на тот же Porsche лишний. И, ну, графон, конечно, там был крутой. И that's your best lap. You've won the race. В него бы я, наверное, поигрался. Но не в те Need for Speed, которые были в городах этих.
с открытым миром мне. Бе. Вообще не мое. Congratulations! You've got a top time. Так, ну вот на всех трассах попадаем. Сейчас. Ух ты, а тут аж на четвертое место. Вот это да. Ха-ха. Ну видите, тут не по лучшему кругу, а по общему времени. Ну ладно. Не суть. Так, ну вот, чемпионат мы и выиграли. Сейчас нам еще десяточку насыпят. You have won the gold trophy. Gold trophy. Еще вот эта вот озвучка здесь классная. Мужик этот харизматичный говорит. Прикольно. Конечно, по атмосфере сильно отличается от того, что мы видели в Gran Turismo. Ну, это и хорошо. Так, да, сохраняемся. Благо у нас уже сейвик создан. Так, сохранить. Так, сейчас давайте глянем, что у нас по дальнейшим чемпионатом идет. По-моему, чтобы дальше продолжить, надо будет продать машину, либо еще раз проехаться в первом чемпионате. Так, у нас тут Камара Z28 и Pontiac Firebird. Давайте-ка зайдем. Здесь уже 4 трассы. Так, авто. Нет, автодилер. Купить. Ага, 22 тысячи, да? И тот стоит, в принципе, всего на 2000 дороже, чем наш предыдущий автомобиль. Так, а продать как нам? Например, продать авто за сколько можно? Вот, за десятку, нормалек. Нормалек. Жалко, конечно, бэшечку продавать. Ну да ладно. Для прогресса чего не сделаешь. Но это уже будет в следующей серии. Давайте не затягивать серии, чтобы вы не уставали от просмотра. Вот, и, наверное, ну, в серии один чемпионате будем проходить. Так, ну что же, давайте на этом попрощаемся. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вы поддержите меня. Ну, несложными действиями, которые вы можете сделать, такие как лайк, там комментарий, вот. Ну и подпишитесь на канал, подпишитесь на группу ВКонтакте. С вами был, как всегда, Скудер. Увидимся в следующих сериях.